В республике стартовал проект «Доноры крови Чувашии». За развитие донорства возьмутся медики, волонтеры, активные студенты города. Доноры крови условно делятся на начинающих и кадровых. Последних в Чувашии чуть более 2000. Это в основном люди среднего возраста, которых в пункте переливания знают в лицо. Но в масштабах республики 2000 – это не так много. Кровь нужна очень часто, всегда. Помощь просится тоже очень часто. Наша станция работает круглосуточно, без выходных. Каждый день большой объем выдается и крови, и плазмы, и компонентов. Эта кровь станет неоценимой помощью онкобольным, людям, попавшим в серьезные аварии и другим страдающим тяжелыми заболеваниями или лежащим на операционном столе. Я сдаю кровь третий раз, считаю это важным, получается. Людям нужна кровь, а некоторые без нее просто не могут, у них всякие болезни бывают. Таких, как Дмитрий, сейчас мало. Кто-то объясняет это плохой агитацией донорства, другие – безответственностью молодежи. Но факт остается фактом – нужна молодая кровь в прямом и переносном смысле. Мало быть просто донором, важно быть кадровым, то есть постоянным донором, который может спасти в год от 3 жизней. Пришедшему первый раз в пункт переливания сориентироваться в пространстве и справиться с бумажными делами помогают волонтеры. Виктория Вострова курирует проект «Доноры Чувашии». Сейчас идешь, получается, в регистрацию, записываешь карбланк, потом идешь сдавать кровь на анализ. Проект «Доноры Чувашии» работает в республике уже 4 года. Его автор – Екатерина Васильева, сама будущий медик. Вначале она агитировала на донорство своих однокашников. Но пришло время, и вузовское движение выросло в республиканское. Проект уже получил грант президента России. Все растут, и нам хочется тоже, чтобы объять большее количество людей с большими людьми поработать, так как знаем, что много активной молодежи у нас во всем городе. Не все они учатся в ЧГУ, и они тоже могут участвовать в наших акциях. Дел запланировано предостаточно. Проводить экскурсии на станцию переливания крови, флешмобы, мини-игры с ситуациями, в которые может попасть донор. Волонтеры также будут создавать обучающие видеоролики. Я представляю всероссийское движение волонтеров-медиков нашей республики. А донорство является основным направлением нашей работы. И благодаря этому проекту это позволит нашему региональному отделению развиваться и популяризировать донорство в нашей республике. За круглым столом собрали представителей медицинского сообщества, активных студентов вузов и СУЗов столицы. Пора объединяться и приступать к активным действиям. Для волонтеров горит зеленый свет. 2018 год официально объявлен годом добровольца. Ирина Волкова, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев. Республика.